Друзья, всем привет! Привет! Это продолжение серии роликов о нашем отдыхе в Крыму. Сегодня едем в Новый Свет. В 7 километрах от Судака, между горой Соков и Кобакая, располагается поселок Новый Свет. Географическое положение, мягкий климат и целебный воздух сделали Новый Свет одной из жемчужин южного побережья Крыма. Первое официальное упоминание о прибрежном поселении появляется в документах 1449 года. Тогда поселение называлось Парадис, рай в переводе с греческого. Рождением поселка считается 1878 год, когда новый владелец князь Голицын закладывает здесь первые виноградники. В 1912 году Парадис удостоился визита императора Николая II. По его указу он был переименован в Новый Свет. Основная достопримечательность Нового Света – это тропа Голицына. Горная тропа, вырубленная на склоне горы Кобакая, расположена вдоль береговой линии к юго-западу от поселка Новый Свет. Проложена в 1912 году к приезду царя Николая II по приказу князя Голицына. В настоящее время популярный экскурсионный маршрут. Тропа Голицына берет начало на юго-западном берегу Зеленой бухты. Начальная часть маршрута простирается под северным склоном горы Кобакая, также известной как Пещерная. Так названа она, потому что в ней много полостей. Одна из таких полостей составляет грот Голицына. Крупный естественный грот, выбитый морскими волнами в горе Кобакая. Высота грота 25-30 метров, ширина до 17 метров. В средние века в нем находился христианский пещерный монастырь. Вплоть до 19 века на одной из его стен сохранились остатки росписи. Позднее здесь была винотека Голицына. Каменные арки, хранилище для шампанского, сохранились до наших дней. После грота Голицына тропа ведет к южным склонам горы Кобакая. Далее она спускается и следует вдоль побережья Синей бухты. Синяя бухта, называемая также Рыбачья, ограничена с востока горой Кобакая, а с запада мысом Капчик. Во времена тавров и древних греков здесь, по легенде, прятались пиратские суда. За мысом Капчик открывается вид на Голубую бухту. На побережье этой бухты расположен пляж, который облюбовали еще царские особы, поэтому пляж и называется царским. В настоящее время царский пляж расположен на территории заповедника Новый Свет, и доступ к нему ограничен. Поэтому попасть сюда можно только во время прогулки на катере. Наше путешествие по Крыму смотрите в других роликах. Подписывайтесь на канал, обязательно жмите колокольчик. Будьте здоровы и до новых встреч!